мясо есть. Куда дальше, когда въезжаешь в Черноелик, где можно пасти? Нельзя, потому что нарушает птицу там или еще. Все время можно было. То есть надо эту зону любыми путями раздвигать. Ни коровку держи, ни хозяйство. Смысл здесь жить? Ну, да. Не ловить ни рыбку, хотя ты на рыбе сидишь, да? Вот он, видите, заброшен, даже не продается. Вот это выделит.